Двое человек погибли и несколько получили ранения в ходе столкновений в кенийском порту Момбаса. Там полиция штурмовала мечеть, используемую местными исламистами. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона протестующих, арестовав около 100 человек. Имамы, которые проповедовали в мечети Машид Муса, были застрелены неизвестными вооруженными лицами. Кенийская полиция считает, что производилась вербовка добровольцев для сомалийской группировки «Аш-Шабаб», члены которой совершили в прошлом году нападение на торговый центр в Найроби. Субтитры